И в завершении выпуска удивительное открытие, которое свидетельствует о том, что Марс-то не такой уж и ужасный. Марсоход, который больше 7 месяцев добирался до Красной планеты, прислал видеоролик, где отчетливо слышна марсианская песнь. Оценила это событие без привлечения вселенского масштаба Кристина Крымова. Более 6 месяцев полета и 470 миллионов километров космического пути. Американский марсоход под названием «Настойчивость» приземлился на поверхность Красной планеты 18 февраля, почти в полночь по московскому времени. Аппарат совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, в районе кратера Джезера, где будет искать следы органических веществ. По данным ученых, миллиарды лет назад именно здесь располагались дельта реки и озера, а значит, в грунте могут находиться компоненты, подтверждающие следы инопланетной жизни. Этот контейнер может вместить до 30 образцов, и это очень похоже на эстафетную палочку. Этот контейнер является сердцем возврата образцов, потому что пробирки для образцов будут заполнены. Посадочный модуль для извлечения образцов разместит этот контейнер, и они будут помещены внутрь. И тогда третий этап — орбитальный аппарат возвращения на Землю. Стоимость проектировки марсохода и его запуска варьируется от 2 до 3 миллиардов долларов. Аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, навигационной системой, установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, и маленьким вертолетом. А главное, двумя микрофонами, которые и помогли человечеству впервые услышать, как звучит Марс. Напомним, это уже 9-я посадка аппаратов НАСА на Красную планету. Кроме того, за последний месяц на орбиту Марса вышли еще 2 космических аппарата из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Но в отличие от последних, марсоход «Настойчивость» не выходил на орбиту планеты, а пронесся к ее поверхности по прямой траектории. За 7 минут снизив скорость почти 20 тысяч километров в час до скорости пешехода. Кристина Крымова, «Панорама».